Умные гранаты, дроны, тепловизоры и фальшивые зеркала. Как распорядиться ими с умом? Лучше других знают профессионалы игры Rainbow Six Осада. В Москве завершился чемпионат России по самому хитрому экшену современности. Здесь мы видим такую приятную нам аудиторию, которая, в общем-то, любит тактические шутеры за их интеллектуальную составляющую. Приходят сюда болеть за своих и приносят плакаты, болеют громко. В этом году мы выходим на новый уровень, и впервые 40 команд из более 20 городов России принимали участие в отборочных. От дружеских онлайн-спаррингов, так называемых «праков», до стадионных баталий за весомые призовые. Главный фаворит турнира, команда Room Factory, прибыла на чемпионат из Монреаля, где провела разведку боем на первенстве 16 лучших команд планеты. И на сегодня это лучший результат российского Rainbow Six на мировом уровне. Мы получили очень большой опыт. Мы увидели, как строить свою игру, как строить свою тренировку. И мы вынесли большой урок из этого. Два красивых минуса, может быть, будет и третий. Да, забирает еще и термита. Но в Москве свое лидерство нужно доказывать заново. Room Factory стартовало легко, в то время как другим виртуозам игры пришлось жарко. Именитая команда New Existence сложила оружие еще на стадии четвертьфинала. Постарались темные лошадки турнира. Вернее, хаски. Наш стиль — это больше везение, удача. Наш стиль — это просто пробовать, импровизировать. И это получается. Какой-то раунд не вышел. За команду противника начинают там аплодировать, болеть как-то. Это тоже давит на мораль. То есть и любой фаворит может под этим сломаться и проиграть. Фактор зала вносит в игру талику непредсказуемости. Но тем важнее держать концентрацию на пределе. Можно даже сейчас наблюдать, что есть моменты, когда просто вот секунда в секунду можно отвернуться от того угла или от той комнаты, где находится твой оппонент, и пропустить. Азартом тактического экшена легко заразиться. Особенно с релизом нового внутриигрового события Outbreak. Забава на меткость для новичков игры, полигон выдумки для профи. Волна эпидемии заставляет элиту мирового спецназа на время забыть о локальных преступниках. Новая опасность разом грозит всему миру. Это новый тип АИ, с которым раньше игроки не сталкивались, поэтому им придется в команде из 3 человек придумывать новые стратегии, новые тактики. Они должны отражать волны врагов, используя все гаджеты, используя все оружие. Ситуация, стоит последний смоук, которого должны задавить. Он стоит! Флайерс прикрывает его тиммейт Мансони. Мансони, хорошо, причем отгоняет смоук. Хорошая работа! Повнев забирает борду, остается только один Виспертус, с которого Повнев тоже разменивает. Но вернемся в мир живых эмоций. Финальная стадия турнира подарила болельщикам еще одну сенсацию. Хаски набрали скорость и перебегали оппонентов из E2 eSports. Их реакции были на высоте. Бегает термит, хорошая голова Пауэр. В финале ребят ждала Room Factory. Зубастые и разгоряченные новички сцены против заслуженных, но подуставших грандов. Отличная афиша, но борьба завязалась лишь на первой карте. А впрочем, этот сет стоил матча. Все очень сильно нервничали. Может быть, внешне это было незаметно, но просто буря эмоций. Мы проигрывали, потом переломили и все-таки выиграли со счетом 5-3. Увидит, не увидел. И чувствуешь и зал, и вскрики после выигранных раундов. Просто непередаваемое ощущение. Room Factory – первый чемпион России по Rainbow Six. Сегодня их задание выполнено. Но что будет завтра?